Всем добрый день, дорогие друзья. У меня как-то спрашивают, как, про какой ты, Настя, перец говоришь, что у тебя дома есть. Смотри, такой высокий. И видите, вот там вот красненький есть несколько штучек. Буквально немножко у нас дома вот посажен. Тут два кустика в одном горшочке, и он вот такой вот высоты большой, короче, на все окно. Так, со вчерашнего дня компотики, помидорки у меня стоят. Сейчас сына попрошу, он у меня уберет, но не в этом дело. Мне сегодня муж разрубил мясо, что я брала в Соликамске. И сейчас моя задача его разобрать и убрать. Тут, видите, ребрышки есть вот такие. Вот он мне порубил их. И сейчас буду убирать по пакетикам. Потом покажу, что и сколько у меня получилось. Так, дорогие друзья, ну вот смотрите, вот эту вот чашку будем сейчас, Егора будет мне перекручивать. Дальше. Вот это вот филе я оставила. Сейчас хочу нарезать мелкими кусочками, потом где-нибудь что-нибудь приготовить. Ну, немножко ставим. Здесь ребрышки все идут. И вот это вот тоже ребрышки. Все. И убираем. Сейчас вот это нарежу, убираю. Это перекручиваем. Потом еще разморожу куриное филе и тоже перекручу. Так. Все разобрала. Начистила еще лук для Егора. И он у меня вот здесь вот перекручивает. Мясорубка плохо очень крутит. Егор аж ругается, стоит. Она вообще у нас старая, древняя. А новая, она не крутит мясо. Она только для овощей годится. И то со скандалом, да, Егор? Ладно, Егорушка сейчас будет перекручивать вот это вот все, вот это все. Я вот это вот кусочками филе нарезала уже. Тут ребрышки на два пакетика. Ну и вот здесь еще ребрышки. Убираем в морозилку. Я вышла на улицу. Знаете, для чего мне надо пересадить мужское счастье? Я тут на днях с рук взяла вот такой вот цветочек мужского счастья. За 30 рублей мне его отдали. Я хочу его пересадить. Вот поэтому я покупала вот такой вот горшочек. Видите, какой. И вот разделала кокосовый субстрат. Буду в кокосовый субстрат садить. Просто у меня никого другого нету сейчас. На данный момент земли. Поэтому буду в нее. Ну, можно, конечно, с огорода. Но с огорода я не хочу. Поэтому будем в кокосовый субстрат садить. Сейчас пересажу и покажу. Стойчик, конечно, плохенький. Но ничего, мы его восстановим с вами. Ладно, пересаживаем. Все, ребят, пересадила. Сейчас пойду полью. Ну, кокосовый субстрат, по идее, влажный немного. Но сейчас все равно полью и уберем. Дорогие друзья, я еще достала курицу. Сейчас вот нарезаю. И Егор вместе со свининой перекрутит. У меня получается целый пакет был с 5 или 6 курей. И вот так вот сюда покажи. Складываем, и Егор свинину с курицей перекрутит. Сейчас вот этот вот уже половину разрезала, сейчас вот еще вот этот кусок дорежу, и все. Егор мимо поставил тарелку, и все, и будем потом смешивать. Ладно, перережем и крутим. Так, ребята, сына мне перекрутил мясо, тут свинина, сверху немножко курицы, и здесь курица. Сейчас мне надо все это перемешать, но сильно большого тазика у меня нету, он занятый. У меня есть ведро. Сейчас пересыплю ведро и перемешаю весь фарш. Вот так вот. Ладно, перемешиваем. Так, все, фарш я сделала. Разложила вот так по пакетикам. 4 пакетика и буду потом доставать, а свежее делать уже. Решила так. Так меньше места займет в морозилке. У меня морозилка, потому что полная битком. И написала на пакетиках, что это фарш готов на 4 порции, на тефтели, на ленивые голубцы, на что-нибудь там еще. Убираем в морозилку. У нас остались помидоры. Муж перекручивает. Ты хрен уже перекрутил, да, весь? С хреном и с чесноком. Будем делать горлодер. Хреновину. И вот так перекручивает. Сейчас все это перекрутит и сделаем. Всем здрасте, дорогие друзья! Сегодня будет видео про Back to School, ну или как по-другому, концтовары. Все, что у нас есть, запасы наших концтоваров, которые мы купили за все лето, сейчас мы вам покажем. Вот этот вот контейнер, который Соликамская привезла, все сюда сложили. И вот здесь вот. Ну что, приступаем к присмотру того, что мы купили. Так, ну,
Первое я вам покажу вот это. Это Света уже себе отобрала. Вот такую вот тетрадочку. Это у нее что идет? Тетрадка клеточка. Потом такую тетрадку в клеточку у нас я отобрала уже. Такую тетрадку в линеечку. Такую тетрадку в линеечку. Она когда где-то видит красивую тетрадку, она тоже любит покупать. Такая клетка у нее тетрадь. Еще одна клетка. На пружине, которую, помните, я вам говорила, что вот взяли мы. Вот такая вот на пружине тоже клеточка. А что у тебя клеточки больше, чем линеечки? Клетка. И еще одна клетка, тетрадка такая красивая. С манго. Это что у нас клетка? Также Света себе вот такой вот, ой, вот такой вот альбом отложила. Она все любит вообще на пружинках. Она готова и тетради тоже на пружинках. Также что из ее нового, ластик, стержни для циркуля и такой циркуль и простой карандаш. Это все вот себе пока Света отложила. Сейчас будем перебирать с вами контейнер. Так, доставай, Света, показывай. А давай мы их откроем и посмотрим, какие там. Это тетради на 96 листов. Сейчас мы откроем их, посмотрим. Мы их покупали для Ильюш. Ильюшина будем сразу, наверное, отдельно откладывать то, что... Ну, и он еще, конечно, повыбирает. И показывай, какие рисуночки. Арбузик. Такая вообще классная, слушайте. Еще одна арбузик. А, ну тут два вида. Видите, арбузик и такие. Ну вот. Дальше. Показываю, какие у нас еще есть тетрадки. Так, это не тетради. Это уже ручки гелевые. Помните, я заказывала на Валберес. Очень понравились. Очень тоненькие. Ребятишки потом разберут. Дальше. Дневники у нас еще. Вот где-то один дневник был. Нет, где-то еще один дневник. Вот еще один дневник. Так, у нас остались два вот таких вот дневника, но они для мальчиков. Сейчас старшие классы не пользуются, поэтому уберем для Ваньки. Дальше тетради. Показывай. Рисунки разные. Машинки, подсолнух. Вот такой вот космос. Надпись. Акула. Видите, у нас все в основном разные тетради. Ну, детям нравятся такие. Поэтому такие берем. Дальше показывай, какие тут есть еще. Давай вот так вот еще складывай какие-нибудь сюда интересные. Так, давай эту тоже упаковку, которую я купила в Соликамске, я сделала. Мы сейчас тоже ее с вами откроем и посмотрим. Вот самое интересное, да, какие там расцветки. Ну, тут два, наверное, вида тоже будет, скорее всего. Может быть, нет. Но хотя по обложкам видно, что больше видов. Так, первый. Второй. Такое же. А, два вида все. Да. Ну, давай разложим их вот так вот. Два вида, ну, хотя, смотрите, сзади на обложке должно показывать, видишь, сколько должно видов. Ну, тут два. Ну, ничего страшного. Показывай дальше, какие тетради у нас есть. Подожди, Свет, вот так вот на лучше будет видно. Собачка, спортивная такая, тигр, еще планета. Пандочка с надписью. Дети обожают просто. Такая вот красивая. Еще одна пандочка. Тетрадей много. Мы не будем уж показывать, которые клетка-линейка. Вот такая вот тетрадка. Ну, это обычные. Такие вот, видите, у нас остались еще некоторые с того года. Есть вот с буковками, с цифрками. Есть простые, однотонные. Это все с того года остались. Обложки с того года еще остались. Вот такая вот красота. Это нынче, которые я покупала. Такие вот обычные тетрадки. Тоже очень классные. Дальше. Кубики. Две географии. Две литературы. Две одинаковых истории. И одна вот такая вот история. Так, здесь есть, ну, вот это вот обычные тетрадки. Потом есть вот такие вот две тетрадочки. Есть одна вот такая вот с пандочкой. Две вот таких. Это обычные тетради. Тут тоже все обычно. Видите, целая куча обычных тетрадей. Вон такая стопка уже.
И вот здесь вот еще две темно-зеленых и одна светленькая. Тетради никогда много не бывает. Так, еще тетрадки. Мы все их открываем, чтобы посмотреть. Ну, тут тоже, наверное, два вида апельсинки. Но только смотрите, они разные. Видите, они разные. Поэтому это классно. И вот такие вот полосатые. Ну, тут, считайте, целая пачка. Дальше показывай. Клеточка. Вот такая вот. Две вот таких вот. Но это я последняя забирала, потому что одна такая. Так, тут русские, это одинаковые, да? Здесь такая одинаковая. И вот такая вот русский. Разные все. Что-то плохо показала, да? Не смотрю в камеру. Так, с тетрадками все, да? Дальше. Гуаши. Гуаши я брала разные, но это еще мало. Надо будет еще покупать. Одна гуашь вот такая вот на 12 цветов. И это тоже на 12 цветов. Ну, вот целых две такие гуаши. Дальше. Краски. У нас остались еще с того года вот такие вот маленькие красочки. И пластилин надо будет, скорее всего, только Оксане. Но если надо будет, я еще докуплю. Дальше. Крепкие вот такие вот. Или как они называются? Зажимы. Да. Вот такая вот баночка. Дальше. Ну, вот таких вот у нас много. Клей. Так, это скобы для степлера. А где сам степлер? Где-то там у нас. Здесь еще вот ластики у нас остались с того года. Также вот в том году я покупала вот такой пенал, а в нем разные стержни, тоненькие ластики, карандаши с ластиками, ну и всякое такое. Дальше. Здесь это я заказывала с Китая, кто помнит, вот такие вот, ой, наборчики. Вот сейчас на черном покажу. Тут стержни и ластики. И вот синие такие же. Тоже с двумя ластиками. И вот они у нас лежат тоже по школе. Они понадобятся. Дети у меня любят тоненькие стержни. Поэтому я очень часто их покупаю. Обложки нынче я покупала в Соликамске. Тут 4 упаковки. В каждой упаковке по 10 обложек. Так как у меня еще с того года немножко осталось. Дальше, Светочка, показывай. Кисточки взяли вот такой набор. Потом еще купим. Но пока один набор взяли. Надеемся, хватит. Дальше. Цветной картон с того года еще некоторые остались. Дальше. Цветная бумага. Цветная бумага с того года еще тоже осталась немножко. Меловая. Какая? Меловая бумага. А чем она отличается? Она гладкая, там это... Вот такая вот. А, гладкая, то что все понятно. А это какая? Это обычная цветная бумага. Господи, ребят, сейчас, знаете, цветной бумаги разного формата очень много. Выбор большой. Главное, знаете, покупать. Вот цветная бумага, тоже цветная бумага, но она какая-то тоже такая гладкая. Меловая тоже, кстати, смотри. Угу. Мелованная написано. Да-да. Двухсторонняя бумага вот такая вот. Видите, вот она двухсторонняя. Еще цветная бумага. Дальше здесь что? А, тут всякие картины. Тоны у нас с того года еще пооставались. И какие-то нынче. Это вообще простой белый картон. Какие-то я нынче покупала еще. Вот еще одна двухсторонняя бумага. Это все в фикс-прайсе. Я нынче за лето потихоньку набрала. Меловая бумага опять. Так, а это что? Это картон цветной. Цветная бумага и обычный картон. Так как у меня 5 учеников, сами понимаете, что у меня должно быть в канцелярии очень много. Цветная бумага, картон. Давай дальше показывать, что у нас следующее. Давай это отодвинем. Альбомы. Вот такой вот альбом красивый. Некоторые еще с того года остались, некоторые мы нынче уже покупали. Альбомы. Альбомы у нас тоже вот на пружинах. Это у меня Света любит, обожает. Альбомы у нас очень быстро расходятся. Так как 5 учеников. Это старый альбом, да? Что еще? И атласы. Я покупала Свете когда-то, но она ими не пользуется. Она их почему-то теряет очень часто. И вот, которые у меня остались новые контурные карты атласы. И надо еще много чего, конечно, докупать. Вот такая вот в целом вся канцелярия у меня закупилась за лето. Видите, какой хаос. Храним ее вот в таком контейнере. Ну, вот, который я с Соликамска привезла. Сейчас будем в него складывать.
Пишите комментарии, нравится вам или нет такой формат видео. Ну, у нас еще на линейки покупать линеек, потому что нету. Надо покупать треугольные линейки. Надо покупать циркули, надо покупать линейки закройщика. Короче, атласы и контурные карты еще для других классов. Еще, короче, ребята, очень много всего надо покупать. Ну вот, пока вот все, что мы смогли закупиться. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. И напишите, что вы еще думаете необходимо для школы. Может, что-то я не купила.